Мои дорогие девочки, представляю нашу новую героиню. Представьтесь, пожалуйста. Зеленская Лилия. Лилечка, ну что же, Лилечке сегодня предстоит смаз-подтяжка лица и шеи. Лиль, а что беспокоит, расскажите? Брыли. И вообще, ну как-то такое ощущение, что что-то лишнее здесь есть. Что-то лишнее. Ну-ка, профиль повернитесь, пожалуйста. Ага, чуть-чуть, а вот прям полностью покажите нам профилек. Наклоните голову, друзья мои. Ну вот видите, да, все избыточки кожи, платизма подвисло уже. Ага, смотрим на меня, Лилечке нашей, 56 лет, да? Ну что же, мы планируем операцию. Друзья мои, будем делать смаз-подтяжку с липосакцией шеи, возвращать нашей девочке юный овал, как в том фильме «Золотая мина», помните? Да, ну что же, пожелайте нам удачи, а мы вам будем показывать наш реабилитационный период. До встречи, пока!